бросай все. Мой друг Дэнни Трехо прибыл в Яру, чтобы выручить нас. Но армия его достает. Дэнни Трехо? Тот, который снимался в «Мачете»? Трехо из «Схватки»? Навахос из «Отчаянного»? Да ты гонишь, Хуан. Дэнни, держи себя в руках. Трехо мой давний знакомый. Мы заливаем за воротник с момента его приезда. Ладно, он не пьет, но точно в стране. Я тебе, конечно, не верю, но если вы друзья, что ж ты сам ему не поможешь? Потому что лучше Дэнни, только Дэнни и Дани. Все будет отлично. Он на крокодиле и ферме Рейдель Дьенте в Барьяле. Твою же мать, а Хуан не шутил. Это и правда Дэнни Трехо. Рохас? Хуан сказал, что ты придешь. Я тебе наслышан. Для начала условимся. Зовут нас похоже, так что ты будешь Рохас, а я Трехо. Я здесь, потому что все хорошее в моей жизни происходило от того, что я помогал другим. Я хотел накормить голодных своими тако, но тут явились военные с обыском. Разбросали все мои вещи. Ну, я и пырнул одного в шею. 9 раз, другого 4,5 и еще одного. Нужно вернуть ингредиенты, пока эти придурки не вернулись. Сам я не могу. Дела на кухне. Если найдешь ананасы, мясо и сальсу, я приготовлю тако. А потом мы им отомстим. Спасибо тебе, дружище. Помни, ананасы, мясо и сальса. Убийственное сочетание. Ля-ля-ля. Что там? Здоров, это Трехо. Хотел сказать, что я твой большой фанат, дружище. Хуан мне все рассказал про тебя и Либертад. Кишка у тебя не танка. Грасиас, я тоже твой фанат. Даже не сосчитать, сколько раз я смотрел «Схватку». И «Отчаянного», и «Мачете». Спасибо, но это кино. А у вас тут революция. Типа реально вопрос жизни и смерти. Слушай, а как вы познакомились с Хуаном? Срок в тюрьме Сан-Квентин. Копы загребли его за хранение наркоты. Кстати, где этот кретин? Он все еще должен мне денег. Понятно, почему он не пришел. Ке? Ничего. Телефон глючит, я перезвоню. Пора. Отлично! Еще свежее. Я застрял. Кто там накинул? Тоже сверху. Самая сальса Трехо. Свежие? Супер. Куда? Ага. Трехо, все ингредиенты для атака есть. Шикардос, ты лучше всех, Рохас. Возвращайся на кухню. Дружище, давай сюда ингредиенты, и я начну готовить. Спасибо за помощь с ингредиентами. Я никогда не забываю тех, кто мне помог. Да не за что.
Больше ничего не надо? Нет. Осталось приготовить тако, накормить голодных и записать свой новый рецепт. Если что, я тут. Пускаю слюни. Пора готовить. Сегодня день тако. А что, есть такой праздник? Когда попробуешь мои тако, будешь отмечать его каждый день. Люблю поесть. Если б не спорт, весил бы килограмм 200. Внимание! Это министр продовольствия, импорта, экспорта и оружия! Опять этот кретин! Один раз попробовал мои тако и не отстает! Мои солдаты прикроют твой нелегальный бизнес и конфискуют все твои вкусные тако. Сдавайся, и мы пощадим тебя. Не могу прерваться. Все внимание здесь. Отвлеки, пока я готовлю. Положись на меня. Конья, сейчас такое начнется. Ну что там с тако? Долго еще? Все супер! Не торопи меня! Ты не заляпай тако кровью! Хорошо! Инга! Ты все еще жив? Мне нужны эти невероятно вкусные тако! По официальным причинам! Эхо, нужна соль! Я Эхо, просто... ну что, тако готовы? Я же на медленном огне готовлю. А ты, кстати, отлично держишься. Спасибо. Прям дети шпионов. Солдаты, конфискуйте тако. Повторяю, конфискуйте тако. Мне плевать, как вы это сделаете. И не забудьте забрать чертов секретный рецепт. Нужен соус Эхо. Так вкусно пахнет! Почти готово? Рокас, я готовлю тако с любовью и заботой! Такой ответственный подход к делу требует времени! Ладно! Эти вкуснейшие тако будут моими! А, да, будут! Эхо, как там тако? Долго еще? Пусть постоят немного, соки перемешаются, будет дивный аромат! Понятно!
нужно прибраться. Ненавижу беспорядок на кухне. Все готово. Сдохните, сучата. Туда. Кого? Я снова в строю, и мне даже лучше, чем прежде. Так, ну все! Я иду! Хочешь сделать что-нибудь хорошо? Делай это сам! Понял. Эта сволочь очень хочет твои тако. Я вас вижу, тако-террористы! Вижу! Ну и придурок же он. Рокер, спасибо за помощь. Мы с тобой отличная команда. А теперь нужно отвезти людям тако. Рохас и я команда мечты. Рохас, спасибо за помощь. Возьми ключи от моего байка. Он в гараже. Ты отдаешь мне свой байк? Грасиас. Тебе спасибо, Рохас. Пожелал бы удачи, но я верю не в нее, а в карму. За добро – добро в ответ. За зло – зло в ответ. Сегодня мы сделали много добра. Твой номер у меня есть, буду на связи. Вот это я понимаю, байк. Тут даже пулемет есть.